Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам мод Toma Items для Майнкрафта Pocket Edition. Это уже 21-я версия этого мода, поэтому здесь исправили довольно много багов и добавили новых, так сказать, нововведений. Ну вот, после установки данного мода у нас появляется буква M, открываем ее, и у нас появляется меню, где показывают стандартные блоки из Майнкрафта. Но здесь также есть и разные багнутые блоки, допустим, вот такие деревья. Довольно прикольные, на которые можно поприкалываться, посмеяться. Здесь есть такой блок портала, которого нет в обычном Майнкрафте. Здесь ничего обычного, но есть зло. Есть какое-то там одинокое яичко, я не знаю, что это за яичко. Вот. Ну, идем дальше. Здесь нам показывают состояние нашего персонажа. Здесь он может следить за нашей рукой. И это самая главная функция. Здесь мы можем перейти из режима выживания креатив и из креатива режима выживания. Также можем включить и выключить полет. Дальше мы можем убить себя или пополнить себе жизнь, или пополнить себе голд. Дальше у нас идет функция время. Мы можем из дня сделать ночь, из ночи сделать день. Также мы можем остановить наше время, включить погоду и сделать из погоды настоящую бурю. Здесь будет идти очень сильный дождь и сверкает гроза. Как видите, тучи сильно почернели. И теперь у нас появилась гроза. Вот такая гроза, очень сильная. Ну, идем дальше. Дальше мы можем наложить на себя разные эффекты. Вот такое красочное, можно сказать, меню. Дальше мы можем заспавнить любого моба. Тоже очень красочное меню. Все видно. Вторая функция позволяет нам убить определенного моба. Выбираем и убиваем. Дальше эта функция позволяет нам дать определенному мобу определенное количество жизни. Допустим, газ мы можем дать там 60-100 хп. И эта кнопка нам позволяет включить букву М в режиме креатива или выживания. Чтобы залезть это меню, нам понадобится залезть вот в креатив. Все. И осталась последняя функция. Это функция, которая позволяет нам делать телепорты. Для этого нажимаем на кнопку Add. В появившемся окне мы должны назвать наш телепорт. Пишем что угодно, главное не русскими буквами. Иначе могут возникнуть разные, так сказать, баги. Ну, допустим, напишу вот молния. Ну, просто так. И так, почему-то у меня не сохранилось. Давайте попробуем еще раз. Возможно, я что-то сделал не так. Ну, да. Почему-то он меня не сохраняет. Ну и ладно. Ну, вы попробуйте, может, вас сохранит. Ну, что ж. Такой мод. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.